о людях, о нашей жизни. А сейчас, наконец, рассказ подрывника. Вы хотели дать цветы? Потом. Сейчас. Спасибо большое. Или это вам спасибо? Рассказ подрывника. Я, в общем, тут недавно чуть не подорвался. Просили рассказать. Мамаша, что я не понимаю? Дети могут не выходить. Да не беспокойтесь, быть. Да что быть? Все такие нежные быть. Ну, действительно быть. Чуть все не сыграли. Степь. Канал. Идет боржа. Белая. Длинная, как... Ромашки, ну просто... И тут подрывники суетятся, как последние. Заложили 500 килограмм тола или тротила. Его знает. Провода у них длинные, как... Ну и тут надо было дернуть за... Ну же... Главный их не орет, ну, махну платком... Но только по платку прошу. Если дернешь без платка, мы ж на борже, не надо тебе дергать без платка. Не стоит вот тебе там как бы дергать. Ну, он только собрался, тут все готово. Огромная боржа, поле огромное, ну как это... Огромное и ни одной вокруг. Плоское, ну действительно как... Очень похоже на... Ну такое все прямо... Ну вроде как бы... Он уже поднял платок, мы думаем, ну... Бинокли... И тут кто-то как заорет, стоп, типа, прошу, стоп, ну, умоляю, главный мегафон, кто крикнул стоп, я сейчас из нее, я ее сейчас, кто, мы ж боржа, мы ж в определенной точке, у нас заднего хода же нет. Нас же как бы несет. Как тормозить? Какой ногой, какие берега? Я сейчас уволю. А я, в общем, на вас. На вашу боржу. На ваш канал. На всю эту вашу степь с вашими этими окрестностями. Ты ж смотри, какая-то плывет вещь. Глядят все, всплыл. Тротила, летол. Вся в проводах, никто ж не знает, они ж специалисты, как она ту боржу догнала, а мы ж все на борже. Они там дернут, мы ж разлетимся, как вороны, мы все цепляемся за борта, если они дернут, а тот пацан, все, если б не тот, я вначале говорю, что ты орешь, ты молись, ты этого пацана должен поцеловать, ты должен ему обнять. Это ж был бы полный... Ты б свою Дуську никогда... Вот такая приключилась, во!